Пустити кров закликав голову Миколаївської обласної ради народний депутат Артем Ільюк у переносному сенсі. Нардепа обурює поведінка депутатів, які не гребують рукоприкладством та нецензурною лайкою. І він закликає до переформатування постійних комісій та їх керівного складу. Смілі люди обов'язково вміють нести відповідальність за свої поступки. И если, знаете, как один раз бывало, проскочило, ну, может быть, там зашкалили эмоции. Но если это второй, третий, четвертый раз, то это не только этому депутату не делает чести. И не делает чести тем людям, которые управляют этим процессом. Диалог, который должен начаться в областном совете, просто необходим, ввиду того, что последнее поведение ряда депутатов и глав комиссии, оно вызывает не просто такое негодование у меня, как у просто жителя Николаевщины, а я считаю, что это позор и политической элиты Николаевской области, и поведение в областном совете, и руководство областного совета, точно так же, как и представители руководства ОГА, понимают, что иногда там в мутной воде легче рыбку ловить. Но я считаю, что пришло время ставить точку и, так сказать, пустить кров для того, чтобы запустить новый процесс, немножко, может быть, поменять взгляды, подходы, понимание сути работы. Потому что нельзя играть все время в одну калитку. Я считаю, что и депутаты, в первую очередь, не должны позволять, чтобы такое допускалось на комиссиях. Драки, маты, ругня постоянная. Вместо того, чтобы работать и продвигать предложения, которые озвучивают те же там территориальные громады, те проблемы, которые необходимо решать в области, дороги, школы, детские садики, спортивные учреждения, масса вопросов, которые накопилось сегодня. У нас в областном совете сегодня происходит хаос, разброд и шатание, и, может быть, кому-то это выгодно.